И снова всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я продолжаю прохождение ремейка к первой части игры Fable. Так, давайте вылечимся. Отлично. Я слышал, торговцы обратились к нам за помощью. Все детали в задании. Хорошо. Так, нам сказали, что мы еще можем что-то там сделать. Ну да ладно. Прокачка. Давайте все понемногу. Здоровье. Хочу. Выносливость. Хочу. Выносливость — это хорошо. Так, я понял. Пока прокачиваться дальше мы не можем. Хорошо. Пока остановимся на этом. Так, скорость, меткость, хитрость. Стена огня. Огненный шар, боевой рывок, мультиудар. Ого. Так, это все, что связано с луком. Это все, что связано с магией. Так, ну купим огненный шар. Только как его использовать? Кто бы мне сказал? Так, утраивает каждый удар. Угу, понятно. Хорошо. Теперь вы знаете больше двух заклинаний. Нажмите левый shift, чтобы просмотреть их. Двигайте движением колесиком мыши или нажимайте O, чтобы прокручивать список. Можно также переносить заклинания из меню заклинаниями на панель используемых заклинаний в правом нижнем углу экрана. Так, молния — это хорошо, но огонь я люблю больше. Отлично. Ну что ж, давайте возьмем следующее задание. Так, ну что ж у нас есть. Сопровождение торговца. Проведи торговцев из Темнолесья к Холмогорью в целостности и сохранности. Хобова пещера. Кто убьет больше хобов? Сопровождение торговца. Ну, давайте возьмем задание. Отлично. Вы не будете разочарованы. Так, ну что ж, снова топаем. Отлично. Так, хотя... У нас же есть телепорт. А, так, а куда ж мне надо? Гильдия героев. Глушвильюх. Да, не знаю, правильно ли я иду. Ладно, давайте пойдем пешком. В нужную нам сторону. Вход в Великолесье. Снова ж таки.
Так, и опять куча противников. Отлично. Получай. О, вот это круто. Притягиваем к себе опыт. Опыт очень важен во всем. Спасибо. Ну-с, кто следующий? Приятного дня, сэр. Значит, если я правильно понял, эти жуки тут появляются всегда время от времени. Ну а нам все равно нужно двигаться дальше к основному заданию. Ясно. Мы так и делаем. Вот так вот. Побежали. Двое противников осталось. Ну да ладно. Нам все равно нужно снова спускаться в самый низ. Великое озеро. Ерунда. Как все просто, когда умею. Легко. Да, я такой. Тут и сгинешь. Негда. Получай. Я так и думал. Спасибо. Это просто. Прошу. Отлично. Спасибо за опыт. Но я двигаюсь дальше. Великолесское ущелье. Хорошо. В этом районе орудуют разбойники. Будь осторожен. Чё, серьезно? Они людей режут для развлечения. Ну, судя по началу игры, я это уже заметил. Пардоньте, это частная дорога. Проход только за деньги. Или хочешь, мы твою башку тут для красоты повесим. И так сойдет. Короче, не хочешь, чтобы мы тебя тут зарыли? Гони, золотишко. Отдать разбойнику 400 золотых. Иди в жопу. Это деньги? Так, давай сюда. Так, разбойник. Ты сам захотел. Что? Почему не сработало? Я же жду. Чё ж ты не атакуешься? Проскользнуть хочет! Взять его! О, ну наконец-таки! Сейчас почикаю тебя! Не к добру! Добиваем. Ненавижу лучников. Сейчас почикаю тебя. Да, забыл про наведение. Очередного добили. Фу. Так, притягиваем весь опыт, который у нас есть. Отличненько. Но разбойников здесь еще много.
добили. Так, разбойники, разбойники. Вы все тут будете покойники. Да, правда, вас тут многовато как-то. Нет, давайте к вам я пока не пойду. Без хорошего снаряжения. А отправлюсь дальше по моему основному заданию. Отлично. Неплохо. В какой хорошей позе ты, чувак, стоишь. Мне нравится. Но у нас нету времени на веселье. А ты еще что такое? Обнаружен демон-страж. Эти древние хранители с незапамятных времен стерегут секреты. Если расположить к себе демона-стража, он может позволить пройти в дверь. Договор таков. Сверши предо мной великое злодеяние, и я распахнусь. И что же я перед тобой сделаю? Сойдет? Ну, нафиг мне издались эти демоны-стражи. Если у них что-то есть полезное, то напишите мне в комментариях. Так. Так, когда же уже я приду к своему основному заданию-то? Ерунда. Молодцы. Просто, когда так. Сейчас на них могут и там напасть. Давайте сходим мы в другую сторону. И тех двоих тоже снесем. Отдыхайте, ребятки. Сегодня не ваш день. Так, это портал очередной, но нам он пока не требуется. Хорошо, люди уходят. Это хорошо. Ну, а я продвигаюсь дальше. Ох, и когда же это уже основное задание-то начнется? То только и делаю, что бегаю. Так, магия, пошли вон отсюда. Так, немножко подлечились, отлично. Позабираем весь опыт. Всю денежку, которая у вас есть. Потому что это важно. Так, и что же у нас тут? Вход в Хобову пещеру. Но нам пока не сюда. Очередной демон-страж. А нам надо вход в Темнолесье. Ну, раз от нас хотят, идем туда. Благодарение, Аво, вы здесь. Я думал, мы так и погибнем в этом проклятом месте. Нам надо попасть на тот край черного леса, на холмистые поля. Вы ступайте вперед, а мы уж за вами. Чем скорее из этого леса выберемся, тем лучше.
Тут страшные вещи творятся. Как скажете. Наконец-таки основное задание у нас началось. Иду, иду! Выражение. Итак, выражение «следуй за мной и жди» служит для управления последователем. Значок «следуй за мной» появляется в контекстном меню при обращении к потенциальному последователю, а значок «жди» при обращении к человеку, который уже является последователем. Если разумно применять эти команды, торговцев можно уберечь от беды. Следи за их здоровьем. В темнолесье находится капище Скорма. Ублажи духов его, и наполнят злом они сердце твое. Так, впереди противник или нет? На помощь! Он меня укусил, но бросил. Принял за мертвого. Позвольте, я пойду с вами. Нельзя его брать с собой, он заражен. Давай гляди, кому-нибудь в горло вцепится. Мы приносили купеческую клятву. Мы должны ему помочь. Это скверная мысль, весьма скверная. Я вам заплачу, и проблем со мной не будет. Позволит торговцу пойти с вами? Нет. Надеюсь, кто-нибудь другой мне все-таки поможет. Иду, иду! Извини, но нет. Я не могу рисковать безопасностью. Вот это и есть жизнь торговца. Не то что у прилавка стоять. Я что-то в этом не уверен. Так, и что у нас в этом сундучке? Эликсир воскрешения. Это полезная штука. На халяву ее получить лучше, чем покупать. Темнолесские болота. Ого. Чем ниже мы спускаемся, тем хуже. Отлично. Все плохо. Сзади! Торговцами заблудились, и были бы у меня дети, ни за что бы их торговать не пустил. Помолчали бы лучше. Да блин, на кого ж ты нацелился, придурок? Ох ты ж ё, сам торговца ранил. Я за вами. Фу. Одолел. Я слышал, на холмовом поле есть возможности для бизнеса. Если нет, к черту, так все бы отдал за кружку. Берегись, странник. Я преграждаю путь всем, кроме лучших воинов. Если желаешь, мои стражи испытают твою отвагу. Одолей их, и получишь награду, сокрытую за мной. Я вижу, ты готов к испытанию. Хорошо. Стражи в атаку. Отлично. Пожалуйста. Иду, иду. Да сколько же вас тут? Да, зря я согласился на это. Что? Я погиб? Ладно. Да сдохните же вы! Я научился пользоваться.
Да почему они не умирают? О, наконец-то. Опять я погиб. Ведите нас. Да вы издеваетесь. Да ё-моё! На помощь! На нас напали! Это ещё что? Да, сглупил я, конечно, по полной, что взял это задание. Надеюсь, награда того будет стоить. Хотя я в этом сомневаюсь. Так кого ж ты, блядь, атакуешь, дебил? Я за вами. Так, я снова погиб, потратил все воскрешалки. Что может быть лучше? Да, походу им нужно капитальное количество урона нанести. Это еще что? В прошлый раз было куда хуже. Так, а дашь ты поляжешь. Ведите нас. Ты победил моих стражей. Это необычно. Ну что ж, проходи. Да, я надеюсь, это того стоило. Капец, житок у моих челов маловато. Хорошо, что ж тут такого секретного, ради чего я так страдал? Обалдеть. Ну ладно. За костюм спасибо. Так. Ну давайте его на себя нацепим. Перчатки. Перчатки ученика. Перчатки деревенского, перчатки мастера. Ну раз я их добыл, на себя их и нацепим. Так,
Так, надеваем. Перчатки надеваем. Штаны надеваем. Ботинки надеваем. Не-не-не, ты чё? Удалять не надо. Обувь не надета. Что? Нет, все у меня надето. О! Вот так я более эпичнее выгляжу. Да, конечно, если бы я здесь был один без этих, то, конечно, это было бы хорошо. А так я только себе во вред заданию это сделал. Ну ладно, что ж поделаешь. Вспоминаю, как я первый раз занялся торговлей. Так, врагов тут есть или нет? По карте не видно, но мало ли что. Агат. Ну, спасибо. Эти споры очень опасны. Всем держать дистанцию. Так, а если их взорвать? Отлично. Как хорошо, что у нас бесконечные стрелы. Ну что ж, теперь нам ничто не помешает пройти. Я надеюсь на это. Он мертв. Нам надо продолжать путь. Так продолжаем. Спускаемся еще ниже. Купеческий лагерь за следующими воротами. Там нас вылечат. Да, надо спешить. Герой, где вы? Убивают! Герой, где вы? Убивают! Знал, что чем все это кончится. Отлично. Значит, как вы сказали, вас вылечат. Хорошо. Если вас вылечат, это хорошо. Значит, надо двигаться. За яблочко спасибо. Подумайте, как мы в итоге наваримся-то. Кожаные сапоги. Но мне мои сапоги нравятся больше, потому что я их добыл с огромным трудом. Вот такие вот дела. Ой-ой-ой-ой-ой. На помощь! На помощь! Вспоминаю. Блять, один все-таки помер. Долбаные разбойники. Ах, одного потерял. Я хочу домой. Ну да, согласен, это моя вина. За то, что я испытания проходил. Подвергая их опасности, в итоге все жидки у них забрали. Так, как тебе отдать команду, чтобы ты тут стоял? Так, F1. Стоять. Понятно. Вот так это делалось. За золото спасибо. Так, еще противники. Капец, он к нему побежал. Офигеть! Как же так?
Да ё-моё! Чё вас торговец упрёт? Я не хочу умирать! Не здесь и не так! Да я тоже не хочу, чтобы ты умер. Да, это задание оказалось сложнее, чем я думал. Высунуть у меня это не получится. Ну ладно. Хорошо, врагов я больше здесь не наблюдаю. Это хорошо. Не открою я сундук. Жаль. Ну и ладно. Нет, так нет. Так, братюнь, давай, потопали дальше. Как же я хочу домой! Пошли! Больше никогда не буду брать задания по сопровождению. Только если это не будет требоваться капитально сюжетно. Так, спускаемся еще ниже. Мы дошли, мы выжили. Ну, можете пока про нас забыть, ежели надо, мы вас тут будем ждать. Давай, иди подлечись. Ты последний остался. О, привет, привет. Вы где пропадали-то? А, да мы знакомы. Жаль, поболтать не могу. Спешу на холмовое поле. Как же я хочу домой. Это лучшая одежная лавка в городе. Играем в Блэк Джек. Мой господин, пожалуйста, отойдите от товаров. Так, эликсиры. Эликсиры — это хорошо. Лопата, книги. Ничего полезного. У фермеров что-то пропало. Какие-то странные штуки. Так, что у тебя есть? Сломаешь — заплатишь. Отлично. Урон больше. Это хорошо. Возьмем катану. Вот так вот. Ведьмин лес. Отлично. Давайте это все на себя нацепим. Так, из одежды. Так, шляпы у меня нет, перчатки я надел, это надел, это надел, это надел. Так, из оружия. Так, стальная катана. Использовать. Дубовый арбалет. Использовать. Отлично. Так, давайте продадим наши трофеи. Сломаешь, заплатишь. Так, продать.
требуется, нет. Так, что я могу продать? Да. Так, железный полуторный. Стальная катана. Железный не могу продать. Так, арбалет. Продадим. Да. Больше ничего не могу продать. Ладно. Ведьмин лес. Это опасное место, пожалуйста, герой. Отойдите от товаров. Так, что я могу продать тебе? Это ты не принимаешь, это тоже ты не принимаешь. Плохо. Ладно, значит, ты мне не подходишь. Пропало. Какие-то странные штуки. Пропали. Стальной топор. Это хорошо. Сломаешь, заплатишь. Топор. Топор — это хорошо. Топорик мы продадим. Отлично. Что вы хотели? Ведьмин лес. Так, ну если что, потопали? Вижу, все до гроша раздам жильцам Аву. Жалко, что твой братюня не дожил. Обидно. Так, куда нам? Нам сюда. Значит, топаем сюда. Капец, чем дальше, тем хуже. Так, а ну-ка, оставайся тут. Ой, идем? Хорошо. Стоять. Будь здесь, пока я буду разбираться с противниками. Надеюсь, к тебе они не полезут в этот раз. Крыша у него съехала. Опасная рана, однако. Отдыхай. Я сказал, ох ты ж её, прям голову срубил. Не ожидал я такого. Ладно, двигаем дальше. Древний портал. Но он пока не работает. Но нам он пока и не нужен, собственно. Побежали дальше. Еще срыв башки. Ты достаточно подобрел, чтобы постигнуть жест извинений. Отдыхай. Вот это называется круто. Купил себе лучшее оружие. И теперь всех выношу. Выношу, да. Извиняйте, у меня... немного горло перехватило, поэтому вот такие дела. Хорошо, что у нас тут? Снова эликсирчик. Это хорошо. Долбаная магия. Ненавижу магов. Так, ну ладно. Всех противников одолели. Давайте вернемся к тому челу. И позовем его.
Хоть одного постараюсь довести до нужного места. Пошли. Пошли. Я за вами. Врагов больше теперь быть не должно. Ох, когда же мы уже доберемся до того места, куда тебе надо? Как же я хочу домой! Так, тут могут быть противники, поэтому стой здесь. Стоять! Ну что, есть здесь кто-нибудь? Желательно друг. Сундучок, откройся. Модификатор мол. Модификатор оружия наделяет особыми свойствами то оружие, к которому он прикреплен. Выберите подходящее оружие в разделе снаряжения, после чего выберите доступный модификатор. Прикрепленный модификатор оружия нельзя убрать. Каждое оружие имеет ограниченное число ячеек для модификаторов, так что используйте их с умом. Буду знать, но мне сейчас не до этого. Хотя снаряжение так, и как же мне тебя улучшить, как в тебя модификатор вставить? А вот оно что, дубовый арбалет, модифицировать X1. Так, модифицировать не хочет. А, вот оно как делается. Я понял. Ну, давайте арбалет модифицируем. Увеличивает урон, наносимый врагам. Восприимчивым к грому или молнии. Так, помните, снять модификатор нельзя. Ну хорошо, применим. Отлично, молния. И в этом каждом оружии всего лишь по одной ячейке. Буду знать. Хорошо. Врагов тут вроде бы как нет. Поэтому давай топать. Пошли. Я за вами. Давай. Шевелись. Кошмар. Да ну шоп тебя. Вот так и знал. Что это было? Пошли. Все, стой тут. Ого. А блин, как же тебя победить-то? А блин, ты бессмертный. Я
тебя одолею все равно. Есть у меня такое ощущение, что нужно было отбивать его камни. Ну да ладно. Я с ним справился, так что хорошо. Халвагория. Неужели я дошел туда, куда нужно? Мы дошли до холмового поля. За мной. Дошли? Серьезно? Это же отлично. Фух, как же тут светло и красиво. Неужто пришли? Спасибо вам. Ну, хоть одного довел. Это радует. Ага, пришли. Мы вас уже ждем. Задание выполнено. Отлично. Перо торговца, золото, известность, опыт. Отлично. Ты достаточно знаменит, чтобы постигнуть жест Ботва. Ура! Дошли! Теперь ты признанный герой. А то. Мэй снова хочет тебя видеть. Ты найдешь его в таверне в Оуквейле. Похоже, дело довольно срочное. Ты получил новое задание. Да знаю я. О, нет! Опять! Еще один худосочный авантюрист пришел за моими сокровищами. Твоя чахлая фигура меня не интересует. Нарасти себе мясо. Я хочу плотного героя, полного, жирного. Хватит быть рабом моды, займись собой. Пироги, мясо, пиво, всего и побольше. Объешься как следует и приползай. Иди нафиг. Я таким заниматься не собираюсь. Не пускаешь меня, ну и фиг с тобой. Такс. Ну что ж, тут я уже везде побывал. Так, отлично, нам показывают, что нам нужно топать туда. Но раз показывают, потопали. Он прекрасный герой. А то. Дубовый идол. Ой, привет! А я тебя помню. Мы думали, тебя тогда разбойники убили. Ну, когда налет был. Ты где ж ты пропадал-то столько лет? А меня-то ты помнишь? Я в тот день еще Рози искала, медвежонка своего. После налета родители переехали в Бауэрстоун, но мне там не понравилось. Эй, ты в порядке? Мне вдруг показалось, что ты не слушаешь. Ой, ну ладно, мне пора. Очень рада была тебя снова увидеть. Пока! Да. Значит, это все-таки была не сестра. Я здесь. Ну что ж, ребята, давайте на этом мы и завершим сегодняшнюю серию, так как она получилась довольно-таки масштабной. И продолжим наши приключения позже. А на сегодня все. Всем пока-пока.